Я пустой. Быстрее. Благодаря тебе солдаты Бенитос рассредоточились по всему Эль-Эсте. Самое время атаковать ее штаб-квартиру. Но есть проблема. Мы не знаем, сколько там Сальдадос. Поэтому вот как мы поступим. Ты вместе с Ла-Мораль, Ансьянос и танком тихо высадитесь на остров. Используйте танк, чтобы пробиться в форт. А там стреляйте, пока Бенитос не сдохнет. Она наверняка просчитала массу сценариев нападения. Но очень сомневаюсь, что в их число входил танк на понтоне. Встреться с Эль-Тигре. Место я отметила на карте. Есть все в порядке. Либертат, Ла-Мораль. И все собираются Как быстро. Vamos, vamos! Хорошая лошадка. Потише. Но! Все спокойно. Ну-ну, все хорошо. Но! Что? Я здесь. Новый Олайн. Помоги! Но мы van a romper. Agradecida! Viva libertad! Ну и проблема. А? Пошла. Тише ты. Ну. Whoa!
Бай-бай. Ты умничка. Vamos, vamos! Тише. Vamos. Yeah.
Как будто... Да. Надо линять! Теперь Кастильо не проведет тут припас. Молодцом. Отдай тачку. Оставь на открытом месте, я заберу. Прости, Гуапа. Крокодилам нельзя. Llevo una vida normal, ando que me cago en todo porque no hay nada real. Soy un dinosaurio que se escapó de Jurassic Park. Tengo a la competencia metida entre mis renglones. Tengo dones que no podrán copiarlo ni aunque me clonen. Tengo estos cabrones pensando en cómo cojones. Un chama que es novato ya le está pisando los talones, perdonen. Yo siempre le advertí que era un peligro. Ustedes escuchan mis temas que es como leer su libro. El dinero es negocio y eso no te hace el mejor. En esto tú eres Tyson Gay y yo Usain Bolt. Yo soy el compromiso y la divisa no diviso. Soy el que está sacando el underground de abajo el piso. Digo lo que me da la gana sin pedir permiso. Yo soy de corazón valiente al igual que Mel Gibson. El único que saca la cara por mi país. Me siento el elegido como Neo en la matriz. Creo que si sigo así tan enfocado me van a tener que dar un Grammy y traérmelo hasta Marianao. Ando vuelto todo loco, no tengo comparación. Haciendo revolución dentro de la revolución. Pueden llevarse el micro y formatearme la laptop, pero nunca decomisarme el don que Dios me regaló. Soy distinto, soy un vikingo,
estoy en el limbo. Yo soy como Big J cuando no toque mi mundo. Ve pa' la tumba de tu pai, dile que se despierte, que Rabo vio nacer en Marianao y está mi fuerte. Y que se jodan los que tengan que joderse. Esto se hizo pa' pensar y no pa' moverse. Yo soy de otro planeta, mírame la pinta, que tú eres mejor que yo. ¡Cúbranme! Помогу. Gracias. Ah!
в норме. Граната! У нее крокодил прям огромный. Oye, guarda tu arma.
Часто прыгаешь ты у меня. Ты? Бабе Тигры, нас ждет серьезный бой. Хорошо, что все нашли общий язык. Благодаря тебе. Сантосу всегда удавалось объединить людей в 67-м. У тебя тот же дар. Значит, я как Сантос? Нет. Это я. Ты кулак. Слушай, если перед заданием я представляю, что оно уже выполнено, у меня все получается. Угу. Я представил, что мы уничтожили флот. Погнали? Молодежь! Вечно вы торопитесь! Насладись моментом! Через пару часов все изменится. В атаку! Повстанцы! Сейчас слегка занят. Я хотел сказать спасибо за то, что ты открыл мне глаза на Кастильо, Бенитес и Маккея. А раньше об этом поговорить никак? Перед битвой я лишаюсь дара речи. Но в чреве Карлито, когда по броне стучат пули, меня часто снисходит озарение. Ну круто! Пока, Лоренцо! Пусть они увидят силу истинных яранцев! Пусть весь пляж будет залит кровью повстанцев! Мысль Тигра тебя прикрывает. Бей по порту! Огонь по танку! Смерть врагам! Все в норме. Похоже, здесь не прорваться. Я разыщу Бенитес. Давай! Мы поищем другой путь и постараемся поскорее тебя догнать. Повстанец проник внутрь! Найти и убить! Живо! Стой, мастер!
станет повстанцем внутри, уничтожит и тех, кто еще остались снаружи! Просто меня не убить, Бенитес. Эй, Бабе-тигра, ты в порядке? Си, только смерть подстерегает на каждом шагу. Тогда рекомендую ступать предельно аккуратно. Клару, Эль-тигра.
ловушке! Бежать отсюда некуда! Сдохнешь вы... Каэте! Вытащи меня! Открой мою камеру! Иди в комнату управления! Через которую освободил пошла же иранских крыс! Вам с ними все равно конец! Думаешь, я была к этому не готова? Черт! Моя вина! Идем! Вперед! Так держать! Entendido. Раз вовремя. Эй, Дани! Крутяк, да? Бенито, считаю нас в руках. Ты готов? Ты готов, мое второе имя. А разве не я готов? Выходим на битву. Защищайте позицию и не пропускайте повстанцев! Убить лжеиранцев! Адьос! Убатану! Защищение! Все! Я с тобой! Ха! Иди!
явно. Защищай Елену! Обложи мое подкрепление! Могу чем-то тебе помочь? Давай, Дани! Ха-ха, давай! А то Елена не сможет плакать по твари! Адиос, Бенитес! Охо-порохо! Вива ла мораль! Жопу, Бенитес! Мы бы не справились, Дани. Не слишком умно. Отвяжите ее. Зачем? Она заслужила. Вы убили солдата, молодцы. Проблема в том, что придут другие солдаты. Верно. Ничего не меняется. Злишься, потому что революции конец, а тебе на память осталась только эта гора. Что ж, развлекайтесь. А вот и бухло Бенитес! Салют! Хватит фоток!
Победа, Дани. Разве я не Бэбэ Тигра? Не. Дани Рохас будет больше, чем Аль Тигра. Потому что моя-то война закончится. Вива ла мораль! Вива ла мораль! В тюрьмах третьего мира есть то, от чего у меня встает. Видишь, у мистера Маккея все под контролем. Старый добрый шмон, обожаю. Виноваты? Да наплевать! Адмирал была слаба. Она просто не сумела справиться с террористами. Я предлагаю вам развивать свою деятельность. Согласен. Ты из легенд? Открывай дверь. Простите, но эль-президент... Открывай! Бился вместе с Сантосом Эспиносой в 67-м году. Я помню, как въехал в Капитолий на танке во время битвы за Эсперанцо. Помню, как мы схватили твоего деда. Помню, как он умирал. Ты ненавидел его? Все Кастильо только и делали, что насиловали земли Яры. Ты такой же, Сингао. Ошибаешься. Нет! Ослабь мои цепи, чтобы я обхватил твою тонкую шею и спас Яру от еще одного Кастильо! Или наложи на себя руки ради нашей страны. Тебе нужен врач, Михо. Кровь не моя. Напоминаем, что ночью в городе действует комендант... Дани, ты все еще празднуешь тот факт, что мы уничтожили флот Кастильо? Я да. Пока нет, но, кажется, должен бы. О, да. Концепсиона и к северу от гранд-отеля Кабальера. Не вопрос, Елена. Лара, сегодня Яра стала чуть свободнее. Адмирал мертва. Это серьезный удар по армии. Антон наверняка захочет отомстить. Будь осторожен. Я осторожен. Говорят, в армии Кастильо много дезертиров. Кто знает, возможно, скоро...
Все мечтаешь, Клара? А то, конечно. Que vuelta. Гуапо, ты доберешься сам. Thank you.
Езжай! Граната пошла! Мерда!